говоришь 24 часа, да. Короче, хочу жрать. Когда вы нажимаете на кнопочку, происходит очень интересная вибрация. Бля. Вот так вот. Вы хотите зарабатывать от 10 до 200 тысяч рублей в день? Хотите заработать на квартиру, желаемый автомобиль, летние путешествия в кратчайшие сроки, не зависит от своего офиса и своего босса? Тогда начни зарабатывать прямо сейчас. Ссылка на сайт для заработка в описании. Настюха попросила приготовить ее любимую водичку. Это обычная вода с лимоном и медом. Но она даже не подозревает о том, что сейчас я зайду в комнату и поставлю ее перед фактом, что мы сегодня снимаем 24 часа, да. Настюха. Там вода почти готова. Но это еще не все. Ты говоришь 24 часа, да. Ну что-то, конечно, мог еще придумать, потому что, мне кажется, мы уже выполнили абсолютно все. Ну, давай попробуем. Короче, хочу жрать. Тебе надо приготовить что-то из мяса. Котлеты. Только проснулись. Все, давай, давай, давай. Ты же хочешь приготовить, правильно? Да. Все, молодец. Привелся в порядок. Сижу, Настюха пока что там что-то готовит, что-то там рассказывает, что-то там возмущается. Я специально попросил Настюху приготовить что-нибудь покушать, да, котлеты, потому что она не особо это любит делать. Но загвоздка в том, что я не хочу котлеты, я не хочу сейчас что-то приготовленное. Я хочу сейчас что-то заказанное. Я хочу, чтобы Настюха заказала суши. И она очень сильно обрадуется, потому что ей мало того, что придется потратить свои деньги, так она еще и зря готовила. А что ты там возмущалась? Ничего, потому что, блин, сама утро только проснулась, не успела себя не в порядок привести. Ничего, блин, сразу ему готовить. Ой, солнышко. Я даже ни волосы не помыла, не собралась. У меня для тебя сюрприз. И какой, блин, сюрприз? Я не хочу сейчас кушать. В смысле? Я сейчас хочу кушать. Ну так. У меня для тебя следующее задание. Какое? Ты же там инвестируешь, да? Зарабатываешь. Поэтому сейчас... Блин, только не говори о том, нет. Что я сейчас... Ты заказываешь суши? Какие на твое усмотрение? Когда у меня появляются деньги, Саше нужно сразу что-то заказать. Да, Саш? Че ты тут так вот задергала, Ась? Закажу. Только реально нормально закажи. Саша, я тебе говорю, честно, суши. Наконец-то... Твои выходки. Друзья! Сейчас поедим суши. Так ты тоже их будешь есть. Я ж поделюсь, ты ж на всех... Спасибо, ты такой добродушный. Ну а ты что, суши не хочешь? Все равно хочет, друзья. Отстань. Ну ты же хочешь заказать? Заказать хочу. Ну и покушать. Я их все съем. Ага, лопнешь. Ладно, друзья, все, ждем теперь суши. Там кто-то звонил только что. В домофон. Суши приехали. Слишком быстро как-то. Реально, мы с ним едим суши. Саша. Ниндзя-суши? Класс! А сколько ты потратила? Секрет, какая разница? Я немножечко офигел. Как вам шоколад с бананом? Настюха, как тебя угораздило? Ну это просто новый, я знаю, что тебе такое нравится, поэтому я решила попробовать и заказала такое. Ну думаю, что будет очень вкусно, прям выглядит просто нереально. А еще мне очень нравится, что ниндзя-суши заботятся о ваших питомцах и кладут им самый вкусный корм, там, для котиков и для собачек. Это им очень приятно. Кстати, кто не знал, у ниндзя-суши уже давненечко так появились в Москве. Настолько вкусных суш, как у ниндзя-суши, я еще не пробовал. Кстати, друзья, пишите в комментарии, какие ваши любимые суши, какие ваши любимые роллы, потому что у всех разные вкусы, роллов очень много. Все мы больные ублюдки, да, и каждому свое, как говорится. Ниндзя-суши, друзья, я всем советую, это очень вкусно. Те, кто еще не пробовал, если вы попробуете, это как наркотик. Вы просто пробуйте и потом не можете отказаться. Вы постоянно думаете о ниндзя-суши, ниндзя-суши. Ну а теперь Настюха. Спасибо, кстати, что раскошелилась. Настюха очень классно обрабатывает фотографии, поэтому, Настюха, ты уже, скорее всего, поняла. Тебе необходимо обработать мне фотографию, которую я выложу с Дэвилом Уту. Обработай, и я ее выложу себе в профиль в инсту. Давай чуть-чуть посплю, потом тебя обработаю. Не-не-не. Нужно почитать информацию. Да хватит спать, какая инфа? Саша! Ну все, давай, ты же хочешь обработать мне сейчас фотографию? Да. Все, она уже там всегда обработала, сейчас кинет до-после. До. После. А? Скажите, сейчас публикую себе в инстаграмчик и покажу, как она сочетается.
Не, ну реально, согласитесь, пушечка. Спасибо. Зацените, как вписалась фотография. Видите, у меня такой светленький профиль. Вот, в общем-то, собственно, это фоточка. Те, кто еще не подписан на мой инстаграм, пришло время заняться инстаграмом. Так что прилетайте, подписывайтесь, мне будет очень приятно. Ну и на Настюху тоже подписывайтесь. Она как бы помогает, обрабатывает, да, там подсказывает, помогает мне развивать профиль. Так что прилетайте на страничку Настюхи. У нее тоже очень красивый, сформировавшийся давно профиль, над которым она работает, совершенствует его. Ссылочки в описании. Итак, друзья, мы для вас не досняли 24 часа, где Настюха должна была говорить «да», поэтому сейчас я приду в комнату и расстрою ее. И я хочу совместить это с небольшим пранком, потому что я купил очень классный игрушку. Это вот такой пультик, и есть еще вторая часть, и та вторая часть, собственно, крепится в кое-какую часть тела, и, собственно, когда вы нажимаете на кнопочку, происходит очень интересная вибрация. Я думаю, вы уже догадались, что будет, так что идемте обрадуем Настюху. Что? В этот раз мы не досняли с тобой ничего так толком-то и не досняли. Поэтому, Настюха, сейчас мы продолжаем. Но я решил это все дело совместить. Чем? Помнишь, что я купил на неделе? Помню. У меня пультик в руках. Сейчас я выхожу с комнаты. Ты крепишь вторую часть данного изобретения. Только мы будем ходить с тобой по улице. И я смогу использовать ее абсолютно в любой момент. Ты нормальный? Я сегодня к такому не готова. Готова, готова. Нормально. Что, давай, давай, давай. Саша! Шо? Больной или как? Ну тебе ж прикольно все равно. Прикольно, как ты делаешь так. Как так? Саша, я предупреждаю. Все. Не, не вздумай, сейчас не вздумай, Саша. Блин, ну Саша! Ну блин! Куда ты поехала? Да я уже не смешно, да подожди меня. Настюха! Сейчас тебе устрою. Нормально. Больной. Нормально. Ну тебе же нравится, это ж прикольная вибрация. Нравится, блин. Вообще больной. Если бы реально бы упала бы. Говоришь, если бы упала, да? Все. Забирай. Виделась. А что ты обиделась? Да это фан, я так опасно поцелуем. Ну поехали, ладно, все, прячу. А вы также можете повлиять на видео, которое выйдет следующим. Я могу сделать вот так вот. Да тебе ж приятно, что ты... Задик, ну тебе же не больно, тебе же нравится. Пожалуйста, ну ты сразу прыгнули. Да ладно, ладно, сейчас отпускаю, папа. Блядь. Ну тебе же, ну Задик, ну тебе же нравится. Ну дай, блядь, тусачик. Ты нравится. Ну тебе же нравится. Больная. Ну оно ж прикольно. Ты просто делаешь двух дней, блядь. Так что ты злишься, тебе же все нравится. Нет, ну блядь. Бивки и бивки. Ну, ты, блядь. Терпит. Терпит, что ты терпит? Она не будет ловить через дверь. Да будет, будет. Просто выходи. А, нет, пущу. Зайчик. Это все, 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 отпускаю. Ой, радость. Это я помню, серьезно. Так и что ты нападаешь? Зайчик, сейчас нажму. Сейчас нажму. Короче, друзья, вы можете повлиять на... Макияж это забрать! Хорошо выключить. Ладно, все, да все, блядь. Короче, друзья, вы можете повлиять. Если вы хотите видеть подобные видосы с вибрацией, то ставьте лайк, пишите хочу вибрацию пранк. И мы снимем для вас кучу таких видосов. Сейчас нажму. Так достанись, оно тебе уже мешает. Даже так, блин, полдня ходил. Всех люблю, целую. До скорых встреч.